Чих-пых. Шура каретный на сцене. Мы ехали, ехали и, наконец, приехали. Привезли вам много замечательных групп, которые сегодня еще сыграют. А у тебя сейчас, внимание, интересный вопрос. А есть в зале люди из Санкт-Петербурга? Смотри-ка, больше, чем весной, когда мы приезжали. Хорошая тенденция. Леша им заплатил. Возьмите по 50 и латинки, давай, чуть-чуть латинки. Опа! El mexicano corazón. Samba boy, samba boy, yeah. Samba boy, samba boy, yeah. Samba boy, samba boy. Не попросил я диджея, обратившись на вы. R&B, R&B, сюда R&B, R&B, сюда R&B, R&B. Он ответил мне голосом полным вражды. El mexicano corazón. Сегодня в клубе R&B после полуночи жесткий драм, так что услышать самбу Б не суждено вам. Сегодня в клубе R&B после полуночи жесткий драм, и не услышать самбу Б вам. Arriba, самбубы, 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 самбубы.
you get the jam, but it's just a beat. R&B, это R&B, R&B, это R&B, R&B. Но ответил мне голосом полным вражды. Спасибо. А теперь, внимание, вопрос. А сейчас есть еще в зале из Санкт-Петербурга люди? С вами играет телезритель из Гродненской области. Внимание, вопросы. Отвечает Александр Друзь. Время пошло. Фанка вечерний час, если нет фанка, следует и джаз. Свинила старого скрипучего, который я припас по случаю. Пусть холодильник пора пустят, и день не брился, три дня не ел. Хотел искусством лишь кормиться я, да видно карма, это не моя. Мы делаем усилия над собой, хотя временами очень хочется заняться нам попсой. Делаем усилия в сотый раз. Гарсон, налейте водки и поставьте джаз. Хопа! Вечерний час, кто там на звуке, убавьте бас. Если кому-то сет не по душе, за сценой личный наш пресс-атташе. После концерта праздничный фуршет, и между прочим состоится флэт. Гулять всю ночь побольше надо взять, привычки наобум нельзя менять. Мы делаем усилия над собой, хотя временами очень хочется заняться нам попсой. Мы делаем усилия в сотый раз. Гарсон, налейте водки. Мы делаем усилия над собой. Хотя временами очень хочется. Мы делаем усилия в сотый раз. Гарсон, налейте водки, поставьте джаз. Спасибо. Оля, мне, наверное, микрофон лучше не брать, да? А то он меня укусил три раза. В разных местах три раза укусил микрофон. С меню брать просто, да? Все. Хорошо. Давай.
Нас обычно не зовут, мы обычно сами приходим. Шел с головой, но отсутствие работы тоже помеха. Тогда я решил работать над собой, сделать наконец из себя человека, доставить удовольствие родным и близким этим своим поступком немыслимым. Я должен думать, с чего бы начать, но подходящая идея на ум не приходила. Тогда я решил всех друзей позвать, чтобы им всем понятнее было принятие мной такого решения, чтобы они несли свои предложения. Я надеюсь устранить свой личностный дефект, но не берусь гарантировать должный эффект. Уапа. Я надеюсь устранить свой личностный дефект, но не берусь гарантировать должный эффект. Раз, два, три, хопа! Составил тезисный план, ведь нужно делать все по порядку. Сперва ликвидировать главный изъян, а уж потом вводить разнарядку, чтобы устранить все недостатки, не обойтись без разнарядки. Но запуск заключался как раз в том, что я не нашел главный минус. Сперва я искал его на глаз, потом решил посчитать через синус, но запутался в массе значений, узких упреков и общественных мнений. Я надеюсь устранить свой личностный дефект, но не берусь гарантировать должный эффект. Уапа. Я надеюсь устранить свой личностный дефект, но не берусь гарантированно долгие ферия. Я надеюсь устранить свой личностный дефект, но не берусь гарантированно долгие ферия. Я надеюсь устранить свой личностный дефект, но не берусь гарантированно долгие ферия. Ча-ча-ча. Вальсиру. Чтобы обезоружить мой главный личностный огрех, я срочно нужен, любимый близкий человек. Чтобы обезоружить мой главный личностный огрех. Ва-дам, та-дам, та, ва-дам, па-па-па-па, па-па-да-па-па-па-па-па, ва-па-да-па-па-па-па, па-па-да-па-па-па-па-па, ва-па-да-па-па, па-ва-па-да-па-па-па-па-па. Ва-по, ва-спида. Спасибо, спасибо. Это фестиваль бульбашествия, а мы, собственно, называемся «Ребус не лишних». Приходите к нам в Фейсбуке, ВКонтакте и в Минск приезжайте тоже. СРД. Ночных дел на сегодня
оказалось, что сегодня их нет. Я проснулся поздним утром субботним, уточняю, приближался обед. По квартире чинно прошелся в исподнем, солнце мирно отползало в зенит. И я твердо понял, что сегодня на работу у меня не стоит. Знакомые звонили, коллеги надоели, я от их нравоучения устал. Интернет и телефоны меня отключили и лишили общепринятых благ. Но меня не возбуждают наставления чужие, сам о всем разберусь, не дурак. Просмотрел список срочных дел на сегодня, оказалось, что сегодня их нет. Продолжаю жить, а все твердят, что годы лучшие летят, и видеть мужика серьезного хотят. Но я пока совсем не тороплюсь, старею, с улыбкой на лице я продолжаю. А все вокруг видят, что есть потенциал, но я его еще пока не применял. Времени вагона некуда спешить, с улыбкой на лице я продолжаю жить. А все твердят, что годы лучшие летят, и видеть мужика серьезного хотят. Но я пока совсем не тороплюсь, старею, с улыбкой на лице я продолжаю. А все вокруг видят, что есть потенциал, а я его еще пока не применял. Времени вагона некуда бежит, с улыбкой на лице продолжаю жить. А все твердят, что годы лучшие летят, и видеть мужика серьезного хотят. Но я пока совсем не тороплюсь, старею, с улыбкой на лице продолжаю. А все вокруг видят, что есть потенциал, а я его еще пока не применял. Времени вагона некуда бежит, с улыбкой на лице продолжаю жить. А все тогда, что годы лучшие летят, и видеть мужика серьезного хотят. Я пока совсем не тороплюсь, старею, с улыбкой на лице продолжаю петь. Спасибо, спасибо. Самая наша серьезная, вдумчивая композиция. Белый танец. Собственно, Егорыч тут отрабатывал. У нас был саундчек. Егорыч белый танец все отрабатывал. Ну. Зови, контрольная версия. Разучился прощать, но научился любить. Стал по ночам крепче спать, только как прежде один. И по утрам замечать, но в блеске ранних сидим. Стал иногда уставать от серой массы людей, и реже стал принимать дома незваных гостей. Сам реже стал заходить, если не рады встречать, но научился ценить и, между прочим, скучать. Между прочим, скучать.
Кто-то больше читать начал, поменьше смотреть стал, быстрее писать, да только тише стал петь. Кажется, стал меньше пить, но больше стал выпивать, да, научился любить и разучился прощать. Танцуй, бля! И разучился прощать. И разучился прощать. Спасибо, спасибо. Так, а есть группа «Или-или» в зале? Где чекаются? Там чекаются? Ладно, пока не чекаются, но... Я исполню просьбы Паши, собственно, пока не чекаются. Давайте, Констанцию. Одну секундочку, а есть еще в зале люди из Санкт-Петербурга? Не-не-не, подожди. Как там Паша? А Констанция есть в зале? Есть Констанция. Сегодня где-то у вас там Боярский, мы видели, выступает. Есть в зале Констанция. Сейчас специально для группы «Или-или». Моя девушка уехала во Францию на полгода поработать гувернанткой. Я буду в письмах называть ее Констанцией, замиранием сердца ждать ее обратно. А Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, баба! Моя девушка улиток и лягушек ест и с французами поочередно спит. Но я социофобом стал, а ты несу свой крест. Из друзей никто мне больше не звонит. Констанция, Констанция, зачем тебе та вражеская Франция? Констанция, Констанция, во Франции жизнь лишь одни. Констанция, Констанция, нужна мне психотерапевта консультация. Констанция, Констанция, крабу видал такой финал любви. А Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, Миша Зуй, баба. Я готовлю документы в Индонезию и поеду танцевать мужской стриптиз. Я уже освоил новую профессию, ну а ты там в своей Франции усни. Констанция, Констанция, зачем тебе та вражеская Франция? Констанция, Констанция, во Франции лжут лишь одни. Констанция, Констанция, нужна мне психотерапевта консультация. Констанция, Констанция. Саня, интерактив. Вначале мы, Констанция, потом пауза, потом мы. Репетируем. Констанция, Констанция. Сейчас пауза. Сейчас вы, Боярский. Слабо, слабо, еще надо.
станция, констанция. Пауза. И Боярский, Боярский! Еще раз, Саня, еще раз. Контрольный. Констанция, Констанция. Там... Подвески привезли. Привезли подвески. Констанция, Констанция. Констанция, Констанция. Зачем тебе там вражеская Франция? Констанция, Констанция. Во Франции жизнь лишь одни. Констанция, Констанция. Нужна мне психотерапевта консультация. Констанция, Констанция. Спасибо, спасибо. Что? Ну, давайте еще две танцевальных, да? Давайте две танцевальных, две танцевальных. И по домам. Все. И по домам. Не, шучу, конечно. Еще там куча групп классных будет. Да и места свободные в автобусе есть, можем взять с собой. Да, у нас целый этаж свободный. Для девочек в основном. И играем, играем дальше. Года зад не знаю сам. С тех пор неотступно иду за тобой по пятам. Ловлю твое каждое слово и каждый взгляд. И так от тебя стал зависим, что сам уж не рад. А раньше я был свободен, как Бог. Из детства имел врожденный порог сердца. Сырое сердце. Но в конце любого тоннеля быть должен просвет. Иначе придется вернуться к началу ноча. И нашу любовь помечаем в плачевный финал. И снова я стану свободен, как Бог. И ко мне вернется мой давний порог. Спасибо. И последняя песня на сегодня. Был у нас недавно, собственно, чемпионат мира по хоккею. Все к нему отнеслись серьезно, а мы его немножко обсмеяли. А. Идеально. Вот, вот. Спасибо тебе, добрый человек. Чек. Ну, короче, если захотите послушать текст, вы там ВКонтакте, в Фейсбуке послушайте, там лучше слышно. Но мы в хоккей не гоняем, на самом деле, и как бы сатиры выдали по этому поводу.
Но песня такая прыгательная, поэтому мы ее сегодня завершаем. Ян, проверь бэки, проверь. Чек! Бэки есть, да. Давайте, хоккей. С выступления. Великолепная пятерка и третьяк. Все идем на хоккейных трибунах. Где место для грусти? Смотри, веселей чемпионат мира прошел в Беларуси. Все идем на хоккейных трибунах. Где место для грусти? Смотри, веселей чемпионат мира. Людей образованных ряды редеют, вокруг недоумки, самодуры и камы. А как же иначе? А что вы хотели? МХК убираем из школьной программы. Английский язык изучать нам не надо, профильных классов больше не будет. Пайглот иностранным шпионам отрада, а нужны работящие люди. Идем на хоккей, на хоккейных трибунах. Где место для грусти? Смотри, веселей чемпионат мира прошел в Беларуси. Все идем на хоккей, на хоккейных трибунах. Где место для грусти? Смотри, веселей чемпионат мира. Володя Коботь прорывается по правому флангу. Бросок от синей линии. Шайба попадает в шлем Томми Сала и залетает в шведские ворота. Инвестиции в спорт – это нужное дело. У нас не коснулся финансовый кризис. Построили в сроки Чижовки-арену. Это триумф белорусского спорта приблизит. Китайских друзей пригласим мы побольше. Работают пусть, если яйца наши, как можно дешевле и как можно дольше. Везде еще сеют, а мы уже пашем. Все идем на хоккейных трибунах. Нет места для грусти. Смотри, в селей чемпионат мира бронзовый в Беларусь. Все идем на хоккейных трибунах. Нет места для грусти. Смотри, веселей чемпионат мира. Все идем на хоккейных трибунах. Нет места для грусти. Смотри, веселей чемпионат мира. Пройдет в Беларуси. Чемпионат мира. Спасибо, ребята! Спасибо, спасибо. Это было клево. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Объяви, кто там дальше будет. Или-или, да, объявляю. Группа Или-Или, которой мы хотели посвятить песню, она уже отстроилась и ждет вас в том зале. Мы сейчас тоже туда пройдем, поэтому пойдемте все в малый зал. Пойдемте. Спасибо вам большое. Все в зал, спасибо. Не, если кто-то за автографами, то это вот к нему.